Привет! Начинаем новый день. Вернее, вечер, новый влог. Везде уже на материке осень наступает. Все осень снимают у нас, еще зелень. В общем, иду к Диме. Будем сейчас чаёничать. Чаёк. Вот. Так, вот они. Лёха, Дима, да. У нас чаепитие. Плова едение, оказывается. Превращается. Смотрите, какой виноград у Димы красивый. Зелено-красный вот виноград. Вон какой. Он Коля, наверное, тульский звонит. Сейчас вам покажу, как у нас там. Ну, короче, у нас красота. А я что-то даже не видел, что тут инжир-то у Димы поспел. Смотрите. Тойота, говорю. Ага. Лёха говорит, ты над йогой пойдет за ним. Я просто говорю, давайте сегодня йогой позанимаемся. Я говорю, Игнат йогой пойдет заниматься. Ой, я не могу иначе. Приятного аппетита. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. Инжир. Инжир едят. Обдирают. Обдирают. А что ты мне о себе? Ну, он еще не до конца спел. Этот вообще перестан. Ну да, он тоже на вишню не спел. А я, ребят, взял каремат. Я же все хочу растяжку начать делать. И сейчас, пока мы сидели и кушали, я это... Нормально. Раза три сказал пацанам, что я беру каремат, буду заниматься. И Дима ко мне заходит, я такой, ну все, выходим. Дима говорит, а каремат? Чуть опять не забыл. Сейчас буду пробовать. Инжир. Так, фокусируйся на инжире. А, красный уже? Да, вот даже отсюда видно посередине красный гранат. Фокусируйся на инжире. О, сразу свет включил, сразу сфокусировался. Вон какой. А что, люди купаются сегодня, что ли? Что-то раздеты все эти? Конечно, почему? Это тепло, блин, вода кипит. То есть дети раздеты. Нет. Пойдешь купаться? Йогой пойду заниматься. Полей мне немножко, пожалуйста, на руку. Покажу тебе пару приемов. У меня вся рука в инжире. Ага, все, спасибо. Что, мы Колю ждем здесь, да? Так, вон Коля с женой. Все, мы встретились, идем. Мы через мальцовский дом, идем на плиты. Я реально буду растяжку делать, не знаю. Рыбаки что-то без удочек. Я потихоньку буду тянуть. Ну, через юность. Ой, через юность. Через Мальцова. Ладно, небо я сейчас, ребят, покажу, как дойдем туда. Ребята, смотрите, как мечта отсюда смотрится. Мы идем вот по этой тропинке, а он горланит песни. Я их пытаюсь пиарать, чтобы никаких авторских прав не было. Что такое? Да что такое? Что? 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 Ты голодный? Нет, ты не голодный, ты жирный. Смотрите, что творится. Яукс! Он за водой бежит. Что такое? Ну что такое? Ты просто пожалеться хочешь? Да? Что такое? Ребята, посмотрите, какой закат здесь. Сейчас. В общем, на улице тепло, вы видели, ну, я не снимал, конечно.
А, вон люди купаются даже сейчас. Я думал, они уже все разошлись, не, он купается до сих пор. Надо тоже еще покупаться. Вообще красиво. Сперва я буду вот так сидеть полчаса. Ну, не полчаса, не знаю сколько, потому что уже больно. Потом, наверное, на эту ногу также сделаю. А вон они стоят, Дима с Колей, и угорают надо мной. Ой, как красиво фонари здесь отсвечиваются. Отражаются. Это, ребята, очень больно растяжку делать. Мне еще после вчерашнего похода, ну, мы вчера на самом деле ходили в Орджоникидзе, у меня так ноги болят, а сейчас тем более. И когда я еще пытаюсь растяжку сделать, тут он рыбу ловит, парни, и красота наша все лучше и лучше становится. Кошечку. Смотрите, ребята, на проспекте какую большую яму вырыли. Мы вот думаем, под сухой фонтан это или нет. По идее, фонтаны, вон они. А тут что, фиг его знает. Как чайка небосвод свой покоряя, так я уверенно шагаю по земле и цели непременно достигаю, и мысленно лечу к своей мечте. Бывают взлеты и падения, но жизнь учила весело шагать и независимо от настроения мечты свои осуществлять. Движение прогресса помогает идти вперед, на месте не стоять. Я как-то чайка должна мир увидеть и новые вершины покорять. Ребята, привет! Сегодня следующий день. Я вон с Димой. Сегодня 22 градуса, мы быстренько бежим искупаться, а потом еще вечером, если что, пойдем гулять. А идем мы сейчас на Юность, там вернулась Галька. Она все лето гуляла где-то, сейчас вернулась на Оксинг глядя. Коля просто ходил вчера там купался и говорит, что Галька на месте. Короче, мы хватаем последние денечки, идем купаться. Лея наша раздолбанная. Ребята, вон Дима. Дима, махни. Они с Колей сегодня ходили в Голубой залив. Там есть одно место, где еще можно купить настоящий ялтинский лук сладкий. И выяснили сегодня такую информацию, что в самом Голубом заливе остались всего лишь 6 человек, кто выращивает ялтинский лук. И я вспоминаю, да? А вы в Голубой залив ходили? Да, в Голубой залив. А они в Понизовке? Который верхний. А. Не, я имею в виду... Нет, ну там еще оползневое. А, оползневое, да. Там тоже может кто-то выращивать. Да, потому что оползневое же типа самая такая родина. Ну да, а что там, блин, оно считает? Нет, вообще говорят Голубой залив. Голубой залив? Ну, оползневое тоже, конечно. Ну, короче, в самом Голубом заливе, да, я тоже слышал, что в Голубом заливе этот ялтинский лук самый-самый, потому что там, типа, земля такая, ну, как пепел такой, да, и в Голубом заливе, и в оползневом. Но вот в Голубом заливе выяснилось, что всего лишь 6 человек занимается этим луком, и я вспоминаю ленту хотя бы кингисеппскую и горы этого ялтинского лука, да, откуда, типа, он, ну, вот. И выяснилось, откуда. Это просто степной части Крыма эти семена сажают. Ну, конечно, это уже не тот лук. Он, конечно, не такой горький, как белый. Ну, и ялтинским это уже, ну, не назовешь. Все дело в семечках. Они еще и семечки выращивают там, понимаешь? Если бы они семечки здесь брали, вот эти вот оригинальные, у них бы он сладкий. А они стали выращивать там семечки, и поэтому он уже не тот. Еще более удешевляет процесс, да? Короче, вот такая вот лажа. И там даже в Голубом заливе на кольце стоят, не настоящим луком торгуют. И вот Дима там говорит, одна женщина точно, Коля знает, что у нее настоящий, вот они там взяли.
А это то же самое, как я в Гусь-Хрустальный приехал, да, и там везде хрусталь китайский продается. Так и здесь, блин. Ялтинский лук выращен из степной части Крыма, но он продается типа на родине лука. Сейчас посмотрим, сколько там людей. Не, он купается, все, красота. А ты когда, Дим, говоришь, купался? Позавчера, вчера? Что ты говоришь, еще вода теплая прям? Ну потому что мы тоже, когда с Тёмой шли вброд, сперва кажется она холодная, а потом хоп, да, и она прям горячая кажется. Холодная, а уже покупаешься одну минуту и все. Да, 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 да. Сейчас, ребята, будем смотреть. Будем посмотреть. Она чуть-чуть похолоднее стала, но она все равно нормальная. Самый сейчас бархатный сезон. Бархатнее некуда. Ну, бархатнее, наверное, только октябрь, да? Может, да, кстати, может и не очень бархатное. Что реально, только шить бархатные платья и ходить в них. Так. Так. Движуха есть. Пойдем, Дим, сюда. Вот отсюда же самое-самое, ага. Самое-самое галька уходила. Просто даже посмотрим. Ну и тут занырнем. А хотя... Да, хотя можно занырнуть и туда пойти. Ну, сейчас посмотрим. Ну, для разнообразия можно и здесь. Мы обычно купались там, где большой камень. Реально, вот она, галька на месте. Прикольно, да? Ага, прям все, гальки. Даже больше, чем было. Офигеть. Вот это шторм, да? Вернул нам гальку. Класс. Когда все разъехались. Пофиг. Блин, да ее еще так много. Вот это номер. Че, ныряем? Пойду я воду попробую. Так просто, чтобы с камеры. Я думаю, да, лучше ее не пробовать, лучше прыгать и все. Не, она нормальная. Прям вообще нормально. Кайф. Вода. О. Ой, самое главное, что это галька на месте. Класс. Вода чистая, чистая. Как слеза. Ты где пойдешь-то? Какая красота. Мелко начинаешь во вкус ходить. Отдых. Коля пришел. Только во вкус начинаешь, но уже домой. Надо, говорит, ездить месяца на полтора. И уже 20 дней заканчивается. Только во вкус отдыха. На 15-м дню.
ты что, Дим, не ныряешь? Не отогрелся еще? Сейчас пойду. Дима вообще по полчаса не вылазит же из воды. Вон, ребята, Илюха пришел уже. Илья там тоже снимает. У меня рожа, видите, заспанная какая, потому что я заснул и, не знаю, наверное, час я спал. Ну да, наверное, в 4 я лег. Закрыл глазоньки. Сейчас уже 6 час. Так, мне спится на пляже прям хорошо. Вообще спится хорошо, прихорошо. Я иду домой, переоденусь и иду на 10 километров к Цивели. Жир надо скидывать. Вечер уже, ребят, я пошел. Так, вот это тоже показать. Кедр или что это, ливанские. Пошел я на свои 10 километров до Коцевели. Я тоже говорю Диме, типа, ну там, купание купанием. Но 10 километров сами себе не пройдут. В общем, пошел. Так хорошо я сегодня накупался. Так я хорошо сегодня выспался на пляже. Прям сегодня день. Все 33 удовольствия. Все 33. Кайф. Ну, теперь еще одно удовольствие проводить. Закат в Коцевели. Сейчас, ребята, девушка поздоровалась со мной. Ну, в общем, вот так вот, полу в кустах. Дом, дача, не знаю, что это такое. И... Здравствуйте! И это... В общем, она поздоровалась в то время, как я доставал наушники. Я к чему это записываю? Просто я очень часто иду в наушниках, и их даже не слышно. Если вдруг кто-то из вас со мной поздоровался, а я блогер, а я иду такой, значит, и ноль эмоций. Это не потому, что я там из себя что-то строю, не подумайте. Это потому, что на мне могут быть наушники. Вот сейчас я прямо их доставал, и она со мной поздоровалась, девушка. Я мог этого не услышать. И вот эта вот девушка, которая сейчас проезжала на самокате, тоже мог не услышать. Вот. Девушке на самокате привет, но мы лично тоже не знакомы. Сейчас встретил еще 4 подписчиков по отдельности. Сегодня как встреча с подписчиками у меня по дороге. Такая красота. Там какое нежно-розовое. Капец, какие-то она, цвета. Я отсюда фиг уйду. Ну и тут вон как. Я вам говорила, что заранее сколько. Тут ребята под Коцевели, ну под аквапарком, вон палатки, тут палатки, людям дрова рубят. Погода устаканилась, тепло так. Я одел спортивки, на самом деле парни вон в шортах ходят, а ну на машине вон. Потому что я смотрю, что-то кто-то в шортах, кто-то чуть ли не в куртках идет. Ну, кто пешком, скорее всего, те тепло одеты. Блин, сколько тут бычков? Все зафакано. Вон палатка тоже. А вон там какая-то, ну, в общем, пошла рыба, на фе называется, фалафель.
не помню какая-то. Прям вот возле платформы. Ее очень много сейчас. Только что было там много лодок, но вон две поплыли, может они уже нарыбачили. И с уловом уже пошли назад. Короче, сейчас какая-то прикольная рыба идет. Надеюсь, Дима скоро поймает такую рыбу, и мы ее поедим. Кстати, здесь вода прозрачная. Везде прям никакого притока и оттока нету. Ну, той речки имею в виду. Прям идеально чистая, да? Люди разъехались, и галька вернулась, и вода везде идеально чистая стала. А, и, кстати, там еще это, смотрите, повернутая РТ-22. Вон как стоит. Ребят, уже не совсем все видно. А если честно говорить, то вообще через камеру не видно. Не, у меня человеческому глазу прям еще вообще капец сумерки. Тут, в общем, такая лунная дорожка. Я вспомнил, кстати, как рыба называется. Блин, давай. Фокусируйся. Рыба называется лухарь. Не помню я, какую вообще говорил. Но... Короче, здесь такие нежные тона. Вы понимаете, что. И слушайте море. Бьется волна о прибрежные скалы, по небу плывут облака, и горы вдали стоят величаво, на лист ложится строка. Дорога бежит в горизонт, упираясь, мелькают деревья кругом. Душа вдохновляется утренней сказкой, хоть осень уже за окном. Нам жизнь подарила чудо природы, что радует душу и глаз. Как мало нам нужно для настроения и вдохновения сейчас. Как вы думаете, ребята, зачем нам тазик? Зачем нам ножницы? Сейчас Илюха будет делать операцию кое-какую. Да. Пока придумайте, что будет сейчас в этом тазике с помощью ножниц. Вот, ребята, смотрите, вот это вот особо вкусный, да, он немножко невзрачный на вид, но он капец какой сладкий. И вот он в тазике, тоже он, ну, может быть, на внешний вид не очень, но он капец тоже какой сладкий, прям сахар. Его там надо было обрезать, что-то с ним делать. Ну, конечно, никто этого не умеет делать, поэтому... А так еще его вообще много. У меня теперь виноградная диета. Ну вот, что я и говорил, посмотрите, что с ветками понаделали. Мы уже просто следующий день пошли гулять. Раз, все, позахреначили. Следующий весь захреначенный кипарис. И вот вдаль смотришь, оно все захреначенное. Вот этот весь захреначенный. Я вообще не понял юмора, как это они так умудрились. А что этот вообще легкий парис? С этой стороны, а с этой стороны прям толстый ствол весь позахреначили. Они испортили все кипарисы тут. Тут пообламывали ветки. Да уже. Кстати, вон это новое целое. Смотрите, вот вообще ветка от кипариса элегантно валяется на куче. Капец, как будто это... Где они должны были их чем-нибудь
чуть-чуть обернуть. Обернуть, да. А? Я охренею. Мезла прям не хватает. Смотрите, ребята, вот они недавно, наверное, это сделали. С кипариса капает. Они тут позахреначат все, пока отремонтируют ее. А кто вообще просил ее ремонтировать? Не понимаю. Дима говорит, у них деревья оббивают, обкручивают чем-то, прежде чем вот таким заниматься. Смотрите, вот к какому не подойди, он весь покоцанный, это всюду он льется смола. Радовались, я радовался, что мы живем на всем готовом, когда уже все выросло. И вот они, варвары, что тут они за резинку сюда одели. Вон она, смотрите, все капает, льется.